От установки счетчиков на газ можно будет отказаться, но не всем. На рассмотрение в Госдуму депутаты внесли поправки в законодательство. Для тех, кто пользуется газом только для приготовления пищи, обязанность устанавливать приборы учета могут отменить. Сейчас по законодательству крайний срок установки приборов учета голубого топлива 1 января 2015 года. Народные избранники выяснили для себя, что установка приборов учета оказывается выгодна только их производителям. Ни гражданам, ни газоснабжающим организациям это не нужно. Стоимость самих счетчиков, их установка и поверка несопоставимы с экономией. Ежемесячно норматив в среднем по стране составляет 50 рублей. Получается, что после установки всех приборов учета экономия будет составлять несколько десятков рублей. И окупаемость этих приборов, мягко говоря, 20, а то и больше лет. Поэтому мы посчитали это достаточно избыточной нормой. Вышли в правительство с тем, чтобы проанализировать целесообразность составления этих условий. И в настоящий момент правительство поддержало нашу инициативу, чтобы действительно не считать обязательным установку индивидуальных приборов учета по газу там, где газ используется только для приготовления пищи. Депутаты Госдумы надеются принять изменения в 261-й федеральный закон уже до конца нынешней сессии и к январю отменить обязанность по установке приборов учета для тех, кто в своих квартирах пользуется газовыми плитами. И добавим, что никаких штрафных санкций для тех, кто не установил приборы учета на газ, не